Дорожки хорошие, луж нету. Дорожки хорошие, теперь есть где погулять. Сквер в Звенигороде благоустроили недавно. Жители оценили его по достоинству, но и недостаток обнаружили. После прогулки присесть негде. Зона отдыха тоже хорошая. Там вот у нас сидят, когда люди ожидают в поликлинику, и мамочки с детьми, и пожилые люди, есть возможность на свежем воздухе посидеть. Поэтому сейчас вот, конечно, наши ветераны попросили, чтобы вот на этой аллейке тоже поставили скамеечки. С просьбой этот недочет устранить обратились к депутатам округа. Народные избранники, жители Звенигорода, услышали. Удобно? Ноги на этом, на асфальте. Отдыхают, ножки отдыхают. Да, да. Тест-драйв от профессионалов. Удобство лавочек оценили на твердую пятерку. Правда, сразу после у жителей появились новые пожелания. Депутаты признаются, вполне справедливые. Дополним эти лавочки еще урнами, потому что собирается мелкий мусор, люди отдыхают. Появятся в сквере и дополнительные лавочки. Их также сделают своими руками. На производство и установку таких скамеек уходит около 3 недель. Евгения Августина, Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».